Добрый день, дорогие мои вязалочки! Добрый день, позитивные зрители! С вами снова я, Светлана. Вы у меня на канале «Посидим, повяжем». И сегодня мы продолжаем с вами вот этот шикарный, красивый джемпер от Drops Design. Джемпер на осень и зиму этого года. Мы с вами в прошлом видео, девочки, провязали горловину двойную. Я показала, как она делается. Мы сделали прибавки вот здесь перед рисунком, я тоже все показала. И мы сделали с вами наш вот этот рисуночек. И я сказала, что дальше мы будем идти по нашей круглой кокетке. Итак, я меряю, сколько у меня получилось. У вас тоже по вашей плотности будет своя, естественно, длина пока нашей кокеточки. Ну вот у меня получается 13 сантиметров. У меня 13 сантиметров. Некоторые девочки спрашивали, а сколько длина кокетки, а что делать дальше? Ну, давайте будем разбираться, что делать дальше. Но перед тем, как будем разбираться, я еще хочу уточнить вам одну вещь, девочки. Я, значит, смиксовала пряжу от Nord и пряжу Валерия Дерома. Длина пряжи и вес пряжи в каждом моточке у меня разный. Здесь у меня 50 грамм, здесь 25. Одна моя зрительница просила уточнить, тогда в 50 грамм мохера будет, получается, 430 метров. А в этих 50 у нас будет, опять же, сколько здесь у нас? 170 метров. Как так можно соединить? Девочки, дело же не в весе наших моточков, дело в длине каждого моточка. Мы не идем расчет, как бы сказать, вот всего этого от нашего веса 50 грамм. Мы не идем от этого, мы идем от того, сколько мотков уйдет у нас мохера и сколько мотков уйдет норд на эту нашу кофточку, на этот наш джемперочек. Так вот, я хочу вам сказать, что провязав уже рисунок и выйдя уже на ровную лицевую гладь, я показываю, что у меня остается. У меня извязался один моточек норд, и от моточка, от махерового, вот еще остается сколько метров. То есть еще, ну, естественно, 215 и 170, здесь еще остается у меня метраж. Поэтому я продолжать буду этот моточек, а норд уже буду присоединять следующий. Логично, когда закончится махер, вы присоединяете следующий, не думая, сколько же метров махера в 50 метрах. Особо нам это, в принципе, рассчитывать и не надо. Я рассчитываю на то, что на все вот это, если у меня здесь ушел один моточек, то у меня где-то уйдет, ну, возможно, 6 мотков норд, 7 мотков может быть норд и чуть меньше, естественно, моточков махера. То есть у меня в запасе есть 8 и 6. Вы уже ориентируйтесь по своей пряже. Итак, мы идем дальше нашу кокетку. Сколько должна быть круглая кокетка в изделии? Опять же, девочки, немножко нудной теории. Я отодвигаю подальше вот эту мою кокеточку, беру ручку и начинаю опять же рассказывать вам, как, откуда и что мы берем. Итак, нам с вами нужно вот здесь по круглой кокетке, нам нужно прийти вот этой, к этой точке. То есть нам надо провязать вот эту нашу длину. Сколько же будет эта длина кокетки? Есть теоретические, опять же, расчеты, и о них говорю вам я. Я пишу вот здесь для себя кокетка. И вы тоже записываете либо же на этот листочек, либо же на следующий ваш листок. Итак, кокетка, вы видите, что она у нас идет вот до конца, до тех пор, пока мы будем делать подрезы. Но на подрезы еще у нас идет сколько-то определенное количество сантиметров. То есть сама кокетка у нас будет вот такой длины. Чтобы вы не ошибались и не останавливались вот здесь и высчитывали длину кокетки. Это неправильный расчет, потому что когда вы потом свяжете подрез, ваша кокетка вот здесь будет велика. Длина кокетки считается до края кокетки и вот этот еще самый подрез. То есть наша кокетка по теории, она равна, кокетка равна 25% от окружности груди.
в вашем изделии. Опять же, я беру окружность груди, я для себя считала. Окружность груди я считаю без припусков на швы. На швы, я говорю, на свободное облегание. Значит, 96 сантиметров. И мне нужно умножить на 25%. 25% это 1 четвертая часть. То есть 96 умножить на 25%. А либо же это, опять же, разделить на 4. Если я правильно считаю, 96 делим на 4, 48, и 48 еще на 2, то есть все это у нас 24 сантиметра. Вся наша длина, вся вот эта длина наша 24 сантиметра. Если мы вяжем стандартные, как бы подрезы, стандартный подрез, то подрез вот здесь по половине, это где-то 2-3 сантиметра. Ну, я для себя буду брать подрез. В принципе, это 4 сантиметра. Вот так он будет идти, да, у меня? И на другую сторону кокетки. То есть здесь у меня будет 2 сантиметра. 2 сантиметра. Вся кокетка 24. Отсюда, девочки, следует 24 минус 2 сантиметра подреза, который у меня потом удлинит мою кокетку. Значит, мне нужно кокетку в 22 сантиметра. У меня уже есть 13 сантиметров у меня есть. Естественно, 22 минус 13, мне остается 9 сантиметров. Опять же, исходя из теории прибавок в кокетке, у нас должен оставаться один какой-то вот такой, как бы сказать, не ряд, но процент кокетки, где мы не делаем прибавки, то есть без прибавок. Зачем нам нужно делать кокетку, именно расширяя, 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 а потом немножечко вот так ее вести ровно? Да для того, чтобы она дальше не расширялась еще больше, не взлетала как птица. И вот здесь у вас потом не получался обыкновенный мешок вместо вашего джемпера. Поэтому где-то последние, обычно это третья, четвертая часть вашей кокетки, которая вяжется без прибавок. Если здесь у меня 22 сантиметра, разделить их, в принципе, на три части, это будет где-то 7-7,5 сантиметров. У меня уже 13 есть. То есть я еще здесь, после моего рисуночка, я провязываю 2 сантиметра и делаю прибавку. Последнюю прибавку я для себя так решила. Последняя прибавка через 15 сантиметров. У меня кокетка 15 сантиметров будет. И я делаю прибавку. Одна петля в каждом, как мы и договаривались, секторе. Все, после 15 сантиметров до 22 я уже вяжу без всяких прибавок, девочки. Я все это провяжу и покажу вам, где мы остановились. Мы остановимся вот в этой точке и начнем с вами делить наше изделие на рукава и на перед и на спиночку. И я дальше включусь, чтобы объяснять вам, что мы будем делать дальше. Такие подробные расчеты, девочки, не обижайтесь, они нужны. Это не пустая болтовня. Это очень важный момент в вашем вязании. Потом вы будете вязать и уже ни о чем не думать. Просто слушать музыку, подсматривать в телевизор, разговаривать с детьми и наслаждаться своим вязанием. Итак, от 13 сантиметров я вяжу еще 2 сантиметра без всяких прибавок. Здесь уже, вот здесь, лицевой гладью. Мой рисунок закончился. Провяжу 2 сантиметра лицевой гладью. Затем сделаю в каждом моем секторе, я не убирала мои маркеры, в каждом моем секторе, опять же, вот здесь посерединке сделаю из одной петли 2. Это будет последняя прибавка. И после 15 сантиметров я вяжу еще, у меня получается 7 сантиметров без прибавок. И вся вот эта моя кокетка, вся вот эта моя кокетка будет связана до разделения на тело, на рукава и до вот этих вот наших подрезы. Перед тем, как мы все это будем делить, мы еще не должны забывать, девочки, о том, что мы должны связать росток.
Хотя об этом Drops Design в принципе забывает. Они не вяжут во многих своих моделей росток. И поэтому, видите, вот этот джемперочек, он немного поднимается вверх. Хотя должен он идти вот так, немножко. По теории он должен идти и чуть-чуть, где-то на 2-3 сантиметра спуститься. Хотя бы у этой девушки, чтобы он был, ну, чуть-чуть ниже вот этой ямочки, которая у нас здесь есть, вот, по горловине. Этого они не делают. Но росток, я считаю, мое мнение, вы можете вязать как хотите, но мое мнение, росток необходим в любом изделии. Будь то взрослое, будь то детское, для хорошего облегания по горловине. Итак, я вернусь к вам, когда провяжу всю мою кокетку. Итак, дорогие мои вязалочки, мы с вами связали уже нашу кокеточку, и сейчас я буду давать вам расчеты, как все разделить и вязать дальше. У нас с вами в итоге, девочки, получилось вот такое полотно. Вот такое круговое полотно. Теперь нам нужно разделить это все на перед, на спинку, рукав 1 и рукав 2. Поскольку петель нам нужно с вами откладывать на рукава и на спинку, но воспользуемся мы с вами схемой от нашего реглана. То есть у нас с вами здесь 266 петель. Мы их разделим на 3. И у меня получается 89, 89 и 88 на рукава. Как и гласит схема вот такой кокеточки реглана. Не надо забывать, что еще здесь в рукавчиках вот это у меня будет подрез. То есть подрез тоже добирается какое-то количество петель. Итак, я распределила 89 петель сюда, 89 на спинку петель и 88 это по 44 петли у меня на рукава. Если дальше, девочки, так продолжать наше разделение, то как бы сказать, вот здесь у нас под грудью, вот здесь у нас под грудью объем совсем другой. Если вы хотите, чтобы джемпер не сильно висел на вас, то, естественно, нужно немножко вот это количество петель, вот это из этого количества перевести. Я лично перевожу в рукава, я делаю так. Поэтому для себя, для моего размера, для 96, я по 9 петель оставляю на рукава. То есть я сюда перевожу 9 петель. У меня остается 80 и 80 петель. И здесь у меня будет 59 плюс 44, 53 петельки. В каждом рукаве у меня остается по 53. Дальше у меня перед и спинка. Я хочу так, чтобы были не очень-то одинаковые. Поэтому из 80 я отнимаю 2 петельки и перевожу сюда. На перед чуть-чуть побольше. И итоговое число у меня получается 82 петли. Остается на перед. 80 петель. Я оставляю на спинку. По 53 петли у меня остается на рукава. Итак, вот расчетик мой сделан. Когда у меня все это поделено на мои шнурочки, вот так на мои шнурочки, я отложила рукава. У меня остается сзади изделия остаются мои, я здесь ошиблась, девочки, не 80 остается, а 78. Я ж помню, 78 вязала. 78 петелек остается, и эти 78 петелек я ровно, вот лицевой гладью провязываю 4 сантиметра. 4 сантиметра. Провязала все, когда у меня провязан росток по спинке. Теперь мне можно собирать перед и спинку, но перед этим, девочки, мне нужно высчитать, сколько же мне нужно на подрезы. Итак, девочки, подрезы. Подрезы
Это дополнительный набор, вы знаете, вот здесь у нас дополнительный набор петель, чтобы ни рукав, ни перед, вот здесь под мышкой не тянули. Я пишу подрез. Опять же, если исходить из теории, то подрез предлагается от 5 до 8% окружности груди. 5-8% окружности груди. Но так как я уже прибавила себе на свободное облегание, в принципе, и у меня свитер махеровый, который очень мягкий, то есть очень хорошо растягивается, я не буду так много брать себе на подрез на окружность груди. Я себе возьму от моей окружности груди приблизительно возьму где-то от 5 до 6 петель на мой подрез. То есть в моем случае я буду брать чуть-чуть меньше 5%. Я мою окружность груди умножу на 4% и умножу на 1,9 петельки. 1,9 петель – это плотность вязания. И приблизительно для себя я возьму 5 петель. Дальше. Теперь мне уже мой расчет ясен. Здесь у меня получается 82 петли, здесь 78. По краям у меня по 53 петли отложено на мои рукава. И на подрез я добавлю еще по 5 петель. Все, весь расчет у меня дан. Когда у меня весь расчет дан, я, девочки, беру мои 78 петель спины и начинаю вязать росток. Вот я, девочки, уже связала ровным полотном мои 4 сантиметра. Дальше все очень просто. Мы добираем по кругу 5 воздушных петелек я добрала, провязала перед, еще раз добрала 5 воздушных петель и вернулась вот сюда, к концу моей спинки. Теперь по кругу я буду вязать вот это мое тело ровно с резиночкой и закрою. Кто хочет туничку, может чуть-чуть по бокам несколько раз прибавить петельки, 3 либо 4 сделать прибавление. И, естественно, подлиннее сделать, тогда будет такой не джемперок, а будет уже более удлиненная туника. Я не буду провязывать все тело, я провяжу немножко для того, чтобы потом, девочки, показать вам, как я добираю петли рукава, расскажу, как я сокращаю, и задание вам, в принципе, будет дано. Работайте, работайте, трудитесь и довязывайте свою красоту. Кстати, потом в конце видео я еще сделаю одно предложение по нашим джемперочкам. Не пропустите! Итак, дорогие мои вязалочки, мои пчелочки, надеюсь, пока последнее включение на сегодня, где я расскажу вам уже, как все это соединить на спицу с рукавами, с подрезом. И вот с этим нашим росточком, как все эти петельки вывязать и соединить в одно. Мы с вами уже много поработали. Я здесь уже для себя, вот смотрите, сколько связала, но остановилась, чтобы показать вам дальше, как делает рукавчик. И дальше на выходных, я думаю, вот эта моя прелесть пушистая, пушистик такой розовый, будет закончен. Ну и у вас, надеюсь, не займет много времени. И хочу вам, девчонки, все те, кто вяжет со мной, предложить такую очень интересную идейку. Кто довяжет этот джемперочек, давайте установим до конца месяца. Кто довяжет этот джемперочек, скидывайте мне свои фотографии в Инстаграм. И затем в Инстаграм я проведу небольшой такой конкурс на победителя, рандомный конкурс, где выберу одного человека, которому к новогодним праздникам с удовольствием подарю еще упаковочку пряжи на ваш новый проект. Поэтому, девчонки, вам ничего не стоит, но кому-то будет приятно. Итак, мы с вами находимся на этапе наших рукавов. Мы с вами уже много-много-много потрудились. Вот здесь вы видите, все это у меня степлером скрепляется, все ваши
описание для вас. Я, конечно, делаю немножко по-другому у себя в тетрадочке, но пока так, потом перепишу к себе. Мы остановились с вами на теме, подрез прошли, на теме рукав. Итак, чтобы было понятненько, вот здесь у меня есть этикетки из того, что израсходовано. Еще, вернее, не совсем. Два моточка мохера у меня и три норда. Причем израсходовано не все, из норда и из мохера. Из норда осталось еще, может быть, полмоточка, и из мохера чуть-чуть меньше. То есть три норда пока и два мохера. На наши рукава я возьму еще один моточек норд и один моточек мохер. То есть я сюда в нашу кучку добавляю к норду еще четвертый и к мохеру третий. И, вероятнее всего, мне нужно будет еще добавить пятый и шестой, а может быть просто пятый к норду и один к мохеру. Вот так у нас будет расход. Итак, идем к нашим рукавам. Рукав, девочки, рукав мы сделали с вами, ну как бы вам нарисовать, вот так я нарисую вам, чтобы было понятно. На рукаве вот здесь мы сделали с вами росток. И здесь у нас будет еще подрез. Вот это количество петель у нас уже с вами есть. Оно у нас равно 53 петельки. Теперь идем по расчету рукава. Рукав у меня вместе с припуском вместе с припуском на свободное облегание будет 36 сантиметров. 36 сантиметров мне нужно умножить на мою плотность, на плотность моего вязания. И мне нужно приблизительно вот так 68 петелек, чтобы у меня получилось. Ну, плюс-минус 1-2, я думаю, не страшно. Итак, у меня здесь есть 53 петли. В подрезе, я вам говорила, я оставляла на подрез 5 петель. То есть 53 плюс 5, у меня уже 58 петель. 58. Значит, мне осталось добрать 10 петелек. Когда у меня все будет набрано, девочки, я показываю вам сразу. Вот мой рукав. Вот все это будет у меня набрано и вязать вниз. Естественно, длина рукава, вот отсюда, длина рукава, девочки, у всех своя, вы уже меряете свою длину рукаву. Длину рукава. Здесь у вас обхват тоже свои количество, какое-то x количество петель. К низу то же самое. Вы смотрите, как вы убавляете. Хотите пошире, хотите поуже. Тоже у вас какое-то свое x второе, там, допустим, количество будет петель. И затем вы делаете резиночку свою 2 на 2 на спицах тоньшего размера потоньше. Итак, как мы делаем убавление? Обычно, девочки, я даю мою схему убавления. Обычно я убавляю так и покажу вам на одном из моих примеров. Я соединяю все в круг и провязываю один ряд лицевыми петлями. Дальше, где у меня идет мой подрез, у меня здесь 5 петель. У меня здесь 5 петель. То есть я в сторону спиночки забираю 2 петельки для моих центральных петелек. Как бы это будут центральные петли. То есть 2 лицевые. И справа и слева я буду делать 2 вместе с наклоном вот к этим центральным вправо здесь. И 2 вместе с наклоном сюда влево. К двум петелькам. То есть я буду убавление делать так, чтобы у меня шла лицевая дорожка 2 петли. И вот эти 2 вместе и 2 вместе буду провязывать, наклоняя вот так. Дальше, на каком расстоянии? Обычно, девочки, я делаю 8 рядов. Дальше у меня идет 9 ряд убавки. После 9 ряда я опять же делаю 8 рядов убавки. 8 рядов убавки. Считается очень легко, очень просто, девочки. Если нет, ставьте маркеры. Ну, когда вы убавляете, потом уже вот от этой убавочки вы себе считаете 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Начинаете следующую убавку. Все, элементарно идет дорожечка. Я сейчас покажу вам, как это выглядит.
Вот на примере моего знаменитого оливкового свитера вы видите, идет дорожечка и идут убавочки, идут дорожечка, убавочки и так далее. Идут две петельки и возле них убавляется. И получается вот такая интересная дорожка и такие убавочки. Очень-очень красиво. Итак, я нахожусь вот на этапе моего ростка, который я делала. Итак, в ростке я добавляю петельки не так, как я вам говорила, чтобы вот так были дырочки, а я добираю. Вот смотрите, здесь есть косичка, и возле косички идет вот такая перемычечка от лицевой петли. Из этой перемычки я и буду набирать мои петельки. Но сначала я сделаю вот еще одну петельку отсюда. Закреплю. Беру ниточку и закрепила. И дальше ищу мои вот эти перемычечки. Вот она. Одна. Между петлей и крайней петелькой. Дальше ищу, смотрю, вот она вторая. Здесь немножко отодвигаю и подхватываю аккуратно вот эту перемычечку. Вот она. Вторая петелька. Ищу третью. И делаю так до вот этого моего места, где у меня идет подрез. Вот она идет, третья петелька, я ее подхватываю сюда. Третья. И когда я все затяну, вы видите, у меня петли идут петелька в петельку. И так делаю до подреза. Теперь мне нужно поднять петельки подреза. Опять же, я делаю не вот так, поднимаю, чтобы не здесь поднимаю. Опять же, поднимаю за стеночки. Вот за эти стеночки, чтобы было красиво переход петельки в петельку. Одна. Ищу вторую стеночку. Две. Видите? Ищу третью стеночку. Три. Четвертая. Четыре. Вот это четвертая стеночка. Четыре. И пятая стеночка. Пять. Все, получилось. Теперь опять, чтобы здесь не было дырочки, я доберу еще две петельки. Вот отсюда я доберу еще две. Одна петелька и еще одна вот здесь в соединении. И все, в принципе, девочки, можно начинать вязать первый ряд нашего рисунка. Все, я дальше перехожу к следующей петельке и провязываю первый ряд. И во втором ряду я уже делаю первую мою убавочку. Там, где у меня, девчонки, идет вот мой подрез, я отмечаю, где у меня будут две центральные петли, и от них начинаю убавлять и вязать рукав дальше. Ну вот, и все, в принципе, все, что я могла, я вам объяснила. Жду, что вы все-таки свяжете эту красоту и поделитесь, похвастайтесь. Кому-то из вас обязательно повезет и будет у вас пряжа на новый проект. Ну, а на этом всем пока-пока. Вязальных-вязальных вам выходных и жду фотографии вашего творчества.